Хай! Когда вот Flair Soul of Heaven 100 гривен девушке одной симпатичной Алине, вот, стала счастливым обладателем вот такого диска. Все в идеальном состоянии, коробка целая. Ну, буклет тут такой обычный. Не могли уже, блин, сделать на этом мудрекосе, не могли уже сделать этот самый, как его, нормальный буклет. Даже на Monster of Rock сделали буклет, а тут пожлобились буклет сделать. Не понятно, чего они жлобятся. Ну, в принципе, мудрекоса уже нету, хотя, говорят, есть еще. Так, сейчас мы запакуем диск нормально, чтобы все было сейчас вот туда. Вот, показываю, как лучше запаковывать. Вот сюда такую штучку положить, наверное. Ну, можно, да, в принципе, еще одну можно. Так, раз, вот. Кулечки. Вот, коробочка целенькая. Все идеально. А, кстати, музычка моя играет, Тойна Файт. Это мои три... Я когда-то на гитаре записал, но эти темы уже в основном реализованы, но в этой версии не реализованы, вроде бы. Я не помню. Вот, ну, короче, тренируюсь на барабанах. Кстати, очень, кстати, классная штука. Вот, сейчас запакуем. Было качественно. Вот, коробочку вот в эту. Сюда запакуем. Вот. Ну вот, нормально сейчас. Да и заклеим. Это надо, правда, отодрать. Потому что это неправильно вот это, что тут понаписали. Не, ну, в принципе, это я получил посылочку, да. Да-да-да. Ну, лучше это срезать. Во избежание негораздов. Это лучше, конечно. А то еще не туда поедет. Вот, лучше так, да. Лучше это срезать. Я так думаю. Вот. А сюда мы и так заклеим сейчас все это дело. Опа. Вот, срезали. Сейчас скотчем замотаем. И все. Так, как его лучше замотать? Вот. С наименьшим расходом скотча. Вот так вот раз. А музыка замолчала. Это закончилось. Так, что мы там поставим? Еще там мне что-то было. Это еще версии, как я позаписывал. Много версий. Уверенности, что посылка не смогла случаем, а хотя она в кулечке будет, ну, так сделать. Я делаю по-фирменному.
ее от памяти. Вот. Приятно, что девушки слушают такую музыку. Да, слушают всяких там попсу всякую или всякую отстой какую-нибудь. Так, вот. Все. Все, посылочка готова. Все, тут Slayer, Soul Heaven, 100 гривен цена. Мастер-класс по упаковке. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. За дизлайки вам всем бан. Так что тут не за что бан ставить, поэтому... Не за что дизлайк ставить. Следующее, сейчас еще упакую пластинки. Чайковского наконец-то продал. Владька. Все. Пока-пока. Всем пока-пока. Желаю успехов тебе, Макс Свехов. Пока-пока. Пока, Лена.